Привет, друзья! Значит, разобрал машинку Indesit. Проблема с щетками. Начали трещать щетки. Я вот достал щетки. Теперь смотрите, что я делаю. Значит, вот. Щетка старая. Видите, насколько она выступает? А вот щетка, которую я уже чуть-чуть удлинил. Той же самой щетки. Значит, сейчас возможности щеток нету купить. Я разбираю старую и просто удлиняю проводок. Сейчас я вам покажу, как это делается. Пошло, пошло. Так, вот снял обойму щетки. Вот, и вот в этом месте, значит, отодвигаем щетку вовнутрь, и другой отверточкой поддеваем проводок. Вот он, этот проводок. Теперь этот проводок я откусываю в этом месте, где он припаян. Вот. И теперь полностью щетка вылазит. Вот все, что осталось у нас в щетке. Тут пружинка, запоминаем все как было, в той же самой последовательности надо собрать. Значит, это мы ложим, а сюда, я как бы так по бедности говорю, что нет возможности сейчас куда-то съездить, взял обычную проволоку. Просто надо удлинить там на сантиметр, на пол сантиметра вот этот проводок, потому что пружинка как бы отталкивает щетку, но она упирается и не дает полностью, чтобы... Да, провод короткий. То есть я сейчас вот удлиню. Здесь подпаиваем. Поехали. Так, одеваем назад пружинку. Пружинка тоже имеет значение. Она разная с двух сторон. И... одеваем эту обойму. Вот. Теперь, вот, если этот проводок тянем, щетка выдвигается. То есть ставим ее на максимум. Вот так, на максимум. И сюда, в этом месте подпаиваем. Я не подпаиваю, просто заверну. И вот здесь вот подпаяю. Все, щетка будет работать. Так, вот и подпаиваю это место. Паяльник у меня только слабенький, приходится долго держать. Все, пошел. Все, и собираем в той же последовательности, как и было. Все, вот получается щетки, насколько удлинились. То есть, если не менять, то еще на года два хватит. Все, спасибо всем за просмотр. У кого есть комментарии, пишите под видео. На сегодня пока-пока и до новых встреч.